Удалить антивирус Avast можно стандартным способом. Открыть панель управления и зайти в раздел «Программы и компоненты». В списке программ найдите Avast и щелкните по нему правой кнопкой мыши. Потом щелкните по появившемуся пункту «Удалить», «Изменить». Однако этот способ срабатывает не всегда. В некоторых случаях подобное действие расценивается программой как попытка вируса проникнуть в систему. Но даже если у вас получится таким образом стереть антивирус, в реестре Windows все равно останутся его данные. Поэтому для того, чтобы полностью удалить антивирус Avast с компьютера, разработчики из Avast Software выпустили утилиту Uninstall Utility Avast Clear. Скачать ее можно с нашего портала или на официальном сайте www.avast.com. В разделе «Поддержка» выберите пункт «Удаление Avast» и скачайте файл avastclear.exe. Перед тем, как запустить ее, откройте меню Avast нажатием правой кнопкой по значку программы в системном трее и зайдите в «Настройки». Там выберите пункт «Устранение неисправностей» и уберите галочку напротив пункта «Включить модуль самозащиты Avast». Запустив утилиту Avast Clear, вы полностью удалите Avast. После перезагрузки системы от антивируса на компьютере не останется никаких следов.